Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Попробуйте сами». Меня зовут Ирина. Сегодня готовлю очень интересное блюдо и многим знакомое – голубцы. Процесс приготовления, конечно, достаточно трудоемкий, но зато результат однозначно того стоит. Голубцы можно смело подавать как на любой праздничный стол, так и просто к ужину. Для начала я отвариваю рис до полуготовности. Теперь подготавливаю капусту. В голубцах используются листья, поэтому, чтобы они хорошо отделялись, нужно удалить кочерыжку. Вот такими круговыми надрезами она удаляется. Затем опускаю капусту в кипящую воду и провариваю минут 5 под крышкой. Посмотрите, как хорошо начинают отходить листочки. Пора капусту вынимать. Вот такие проваренные полупрозрачные листья хорошо заворачивать в голубцы. Капуста еще горячая, я аккуратно отделяю листочки, но не все. Если листья с трудом снимаются с капусты, значит, нужно ее поместить еще в кастрюлю и проварить минут 5. Для начинки я беру фарш из свиной лопатки и добавляю отварной рис. Все хорошо перемешиваю. Теперь фарш присаливаю и добавляю черный молотый перец. Вымешивать удобнее всего рукой. Вот так. Теперь нужно приготовить вкусную подливу. Для этого луковицу нарезаю мелким кубиком. Также нужна морковь, натираю ее на крупной терке. На раскаленную сковородку наливаю растительное масло и обжариваю лук и морковку минут 5 до мягкости. Вместо томата использую помидоры в собственном соку, которые пробиваю погружным блендером. Для аромата добавляю лавровый лист, а также немного воды, для того, чтобы подлива не была очень густой. Теперь специи. Я добавляю черный перец и немного острой паприки. А также присаливаю и добавляю немного сахара для баланса вкуса. И в конце добавляю сметану. Так как подлива будет готовиться еще с голубцами, то доводить до кипения ее не нужно, можно сразу выключить плиту. Обратите внимание на вот эту часть листа. Видите, какая она толстая? Она нам не понадобится, я ее обрезаю. И вот в такой тонкий листочек буду заворачивать фарш.
Еще один нюанс. Если у вас лист небольшого размера и вы не можете отрезать часть, просто ножом подрежьте вот эту выпуклую часть. Вот так. И он будет гладенький, и можно заворачивать фарш. Готовить голубцы я буду в мультиварке. Для этого на дно чаши я наливаю подливу. А после этого выкладываю слой голубцов. И сверху опять поливаю их подливой. Теперь следующий слой голубцов, и опять будет подлива. И так слой за слоем. У меня все готово. И я отправляю на 3 часа готовиться мои голубцы. Ароматные и вкусные, сытные и полезные. Очень аппетитные голубцы получаются. Обязательно кормите свою семью этим блюдом. А я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и попробуйте сами.